Я призываю объединяться для того, чтобы делать жизнь лучше. И наша идея родной партии, она тоже направлена на это, чтобы российское государство было суверенным. Наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил о земстве, говорил о самоуправлении, о ТОСе. И вы знаете, мы должны пройти тот барьер и начать наконец-то объединяться на местах, проявлять свою власть в своем дворе, доме, в семье. И только так мы сможем что-то изменить. Не сверху, а снизу давайте менять. Поэтому я считаю, что здравая жизнь, она может быть только на земле. Потому что все, что мы сегодня имеем, подводные лодки, машины и все остальное, только благодаря тому, что есть матушка земля, наша Русь. И поэтому давайте распоряжаться таким ресурсом, который нам эта мать земля дает, правильно. Сегодня Россия, ну я не скажу, что она на нефтяной игле, но практически все держится за счет того, что продаются нефть и другие ресурсы. Сегодня это совсем, может быть, не в руках народа. Но, наверное, потому что народ устранился. Поэтому я призываю каждому, желаю каждому человеку взять ответственность за жизнь своих детей, своей семьи, взять кусочек земли,